Только с хорошей стороны. Дай Бог процветания, 100 лет жизни, здоровья детям, семье. Мы сидим в больнице. Вот. Это холл больницы. Сейчас только что проводили с короной, всех убрали. Всех убрали с прохода. Стояли охранники. Вот, провели, потом только выпустили людей. Вот, мы взяли с собой кофеек. И пьем кофеек. Вот такой кофеек взяли. Тест. Ждем Женю. Женю отвезли на МРА. Повели на МРА. Сейчас ждем Женю. Вот такая больница здесь. Женечка у нас в больнице. Женечка в больнице. Ой, да, ой. Помирает, ухи просит. Сигарету просит. Сигарету просит. Вот так. Вот. Сейчас покажу вам вид. Это мы вышли на улицу. На перекур. Нужно уйти на раз, два, три. Там внизу вход. Там Хайфа. Вся в огнях. Вот так. О, видите, зима. А у нас вот такие розочки здесь. У тебя возле больницы. Такие. Вот такое дерево непонятно. Обрезали его, осталось. Слышь? И пальмочка. У тебя на балконе такие же. Да. О, их никто не подрезает. Непонятно, какое-то дерево. И вот такая розочка. Вот здесь. Больно. Вот еще пальма, да. На улице тепло, хорошо. Да, сегодня, кстати, не ходит. Это возле больницы вот такой. Вот так. Ну, это лобби. Лифт. Да. Вон там регистратура есть. Да, это вот палата прологи, где я. Вот сейчас захожу в палату. Вот. Вот тут стоит такой аппарат для измерения давления. Камера, все это пульс,
что это? Сладит такой, а Иса? Иса? Так вот. А мельтон шейф. Это так. Иса? Охально. Это вот пыль свой. Эк. Ну все. Сами. Шорт, шторт. Не то. Есть вот такой вот телевизор. С радио. 5 шекелей в сутки стоит. Можно подключиться и смотреть. Вот моя тумбочка. Ну и все. Надо обязательно спирт протирать руки. Ну, естественно, время. Ну, как-то так. Ну все. Всем бай-бай. Вот сейчас на 5-м этаже я нахожусь. Это лифт. Жду так, надо вызвать. Вызвали лифт и ждем. Здесь вот есть аппараты. И это кабинеты. Всякие разные. Вот это вдалеке, внизу, это Терат Кармель. Небольшой городок. И вон дальше пошли. Всякое разное. Всем желаем всем хорошего, веселого настроения вечернего.